18 серпня – важливий день для Одеси, для українського спорту, українського футболу. Символічна дата, дата сумна. 15 років тому пішов з життя Віктор Євгенович Прокопенко. Прокоп, як його називали вболівальники одеські, вболівальники по всій країні. Віктор Євгенович Прокопенко – унікальний тренер. Це перший тренер в історії національної збірної України. Це тренер, з яким чорноморець досяг неабияких, наш чорноморець одеський досяг неабияких успіхів. Два Кубки України, бронзові медалі чемпіонату України. Також Віктора Прокопенка знали, любили і за межами нашої країни. Останні роки працював Віктор Прокопенко в Шахтарі. Я і багато вболівальників пам'ятають Віктора Прокопенка як тренера, який вперше вивів флагман українського футболу «Донецький Шахтар» в груповий етап Ліги чемпіонів. Віктор Прокопенко працював активно не тільки як тренер, як спортивний функціонер. Це була неабияка особистість. Віктор Прокопенко, він був не лише про тактичні побудови, про тренування, про заняття, про ТТД, тактико-технічні дії. Багато з нас запам'ятали Віктора Прокопенка як людину, яка могла знайти підхід до кожного, десь жартами, десь історіями з життя. Таких зараз дуже небагато. Я пропоную в цей день пам'яті Віктора Прокопенка, послухати спогади тих людей, з якими він працював. Це заслужені тренери, гравці, переможці під командуванням Віктора Євгеновича. Світла йому пам'ять, пам'ятайте наших видатних особ, які, здається мені, свого останнього слова в футболі, на жаль, не встигли сказати. Віктор Євгенович був більше психолог, педагог і я работал с такими выдающимися тренерами, вот, и мне повезло с ними работать. Это в первую очередь Прокопенко, Бышевец, Блохин потом. Эти тренеры, они обладают интуицией, которая до сих пор, большой интуицией, которая до сих пор исследуется, понимаете. И ну, это психологические моменты. Так вот, Прокоп больше брал вот этими делами, интуиция. Ну, интуиция, она же с неба не падает. Она приходит, когда ты озабочен проблемами, которые вокруг тебя, футбольные, вот то, что вы сказали, тактики, тренировочного процесса и все остальное. Поэтому и в этом плане мне с ним было работать легко, вот, потому что он доверял мне в этих вопросах, и наши взгляды на многие вопросы, они совпадали в основном на развитие игры и прогнозирование игры в футбол. Я тоже задавал себе такой вопрос, исчерпал он себя на тренерской работе, когда он перешел на вот эту работу клерка. Он всегда повторял, я полевой работник, я не тыловой работник. Поэтому мне ему очень давалось и депутатство там в Раде, и вот эти работа менеджерская, в плане организаторская, но он справлялся и с этой работой, поэтому, а сказал ли он свое последнее слово, тут, у него и есть достижения, и большие достижения, вот, но мы ж всегда тренеры, понимаете, рассуждаем таким образом, что реализовать себя на
100%, конечно, это очень сложно. Поэтому я думаю, что он полностью себя не реализовал, конечно. У него он мог добиться больше. Евгенийч, он всегда, он был максимализм. Ну и очень, он многих сделал, именно правильно мыслить в футболе. Научил, как нужно относиться, прежде всего, потому что, как правило, попадали в такие команды высшей лиги все игроки высокого класса. Там очень было мало таких, которые не могли играть, как-то по каким-то другим канонам попадали. А вот именно настроить команду, создать такую обстановку команде, чтобы хотелось выходить, хотелось играть, не бояться, самое главное, сделать ошибку. Думаю, вот это самое главное, что нам дал. Ну, естественно, все тактические вопросы, это он нам давал задания. Хотя иногда было такое, что он говорил, вы сами знаете, что делать. Соперника вы знаете, как кто играет. Называл состав, мы выходили и играли. В первую очередь, как человек был очень замечательный человек. Ну, и в плане адаптации, бесед, коммуникабельный, с ним было очень просто разговаривать. И это помогало и в профессиональной карьере многим молодым ребятам. Он меня тоже взял из Киева. Семенович привез меня. И поэтому, я же говорю, быстрее спортсмены приходили, становились настоящими спортсменами. Поэтому у меня всегда воспоминания очень приятные. Сегодня чергова дата с дня смерти великої людини. Я особисто вже неодноразово приймаю участь в цих поминальних заходах. Якщо ми пам'ятаємо людину, людина завжди буде жива. Таку людину, яка для футбольного клубу зробила дуже багато, треба пам'ятати завжди. Дай Бог здоров'я його рідним і царство йому небесне, і земля пухом такій людині.